Около 3 лет в Ленинском городском округе существует отделение торгово-промышленной палаты Московской области. За эти годы число участников общественной организации возросло до 40 человек, которые регулярно организуют и проводят различные массовые мероприятия, создают проекты. Один из последних – бизнес-инкубатор для школьников. Мы учим детей бизнесу и предпринимательству. Правда, сейчас это экспериментальный проект вместе с управлением образования. Он проходит в 3 школах нашего округа, но в следующем году, я надеюсь, мы возьмем за правило и добавим это в учебный процесс. Бизнес-климат в округе заметно улучшился. Проблем у предпринимателей с каждым днем становится меньше. Отлажено взаимодействие бизнеса и власти. Регулярно проходят встречи в формате вопрос-ответ. По инвестиционной привлекательности, по климату инвестиционному, городской округ находится в 5-ке лучших Московской области. Это наше совместное достижение. И потому такую работу мы будем и дальше продолжать. Почему? Потому что мы заявили, очень важный такой лозунг. Мы вначале должны собраться внутри, определить правила игры на этой территории, а потом те, кто к нам будет заходить, мы им должны пояснять, как мы здесь работаем, а самое главное, для чего. Еще один результат слаженной работы членов торгово-промышленной палаты – открытие приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей, где во внесудебном порядке осуществляется восстановление прав юридических лиц при нарушениях со стороны государственных органов самоуправления. Открытие данной приемной на базе торгово-промышленной палаты – это, в общем, достаточно серьезный плюс, и получение дополнительных, скажем, возможностей предпринимателей и их защиты прав предпринимателей. Потому что с точки зрения органов власти самоуправления бывают моменты, когда нужно как бы отстаивать интересы предпринимателей. И, в общем-то, этим должен заниматься уполномоченный. Встречу посетил президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Куимов, который отметил важность взаимодействия бизнеса и власти. Отношение к предпринимательству, к экономическому климату в округе у вас находится на том самом должном уровне, который требует губернатор, который ожидает губернатор от своих руководителей муниципалитетов. И вот здесь я вас поздравляю, уважаемые предприниматели. Вы сегодня имеете очень хорошую поддержку в лице администрации, в лице главы. В рамках мероприятия члены правления общественной организации приняли в свои ряды 8 новых участников. Одним из них стала руководитель сети салонов красоты Светлана Федотова. Торгово-промышленная палата – это очень сильная организация, мы хотим быть частью ее. Я считаю, что это хорошая площадка для взаимодействия предпринимателей и власти. Проблемы есть всегда и везде, и люди очень часто о них молчат, стесняются сказать, не имеют такой возможности, думают, что их не услышат. Поэтому я думаю, что это будет проще сделать внутри ТПП. В завершении встречи глава Ленинского района вручил членам торгово-промышленной палаты почетные медали к 90-летию района и Московской области. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.